Что ты думаешь о Путине? Страшно, что ну, есть такой безэмпатичный человек вообще у власти, который, типа, по сути, обладает знаниями, достаточно жесткими знаниями пропаганды, типа, знает, как... Ну, он же из КГБ, и он действительно не глупый в плане того, что он делает. Он прямо очень умный, даже сказать в этом плане. Может, не знаю, как на старости лет, он просто, может, постарел, но мне страшно, что умный и безэмпатичный человек является самым сильным человеком мира. Самым сильным человеком мира? Да, да. То есть, если в других странах президентов или еще каких-то влиятельных людей контролируют, он действительно такой сам себе, он прям... Самый сильный человек мира? А почему нет? Ну, как, кто сильнее? Кто с ним будет что-то... Что с ним делать? Что будут делать с президентом США? Просто выберут и другого, и забудут старого. А, ты это имеешь в виду? Ну, то есть ты под силой имеешь в виду нахождение у власти? Я под силой имею в виду подконтрольность личности. Он все контролирует. Ну, а что бы он не захотел, он проконтролирует. Как бы он не захотел, он любой закон ведется.